пустить ее, подтолкнуть ее в серию. Но с точки зрения применения существовал только раздельный сброс. Экипажи отдельно от машины. Сан-12. Пока что Сан-12 все это сбрасывалось. И это значило, что время развертывания ПДВ было все-таки большим. Все-таки на десятки часов оно шло. А он спал и видел совместный сброс. То есть как сократить время развертывания до буквально получаса. Машина была сразу с экипажем. И именно его сын оказался командиром машины, назывался Кентавр. Вот, когда они в лажементах Казбек, что я вспомнил недавно, почему-то забывал об этом. Казбек лажемент — это то, что в Союзах, опять же, упомянутых, используется космонавтом индивидуально поза эмбрионов пресловутая, да, изготавливается, чтобы все позвонки остались целыми при ударе и так далее. Вот. Соответственно, были они туда внутри установлены. Маргелов перед вылетом, по легенде, сказал испытателям: вы-то разобьетесь, а мне отвечать. Вы, если что, просто разобьетесь, а мне отвечать. У меня такой содержал. И в кармане при этом у него был пистолет наградной с досланным патроном. На случай, если что-то пойдет не так. Сейчас он стоял хмуро у края посадочной площадки, ждал, когда Ан выкинет их и когда они будут обычно приземляться. Вот так все и произошло. Здоровые, улыбающиеся, вылезли, доложились. Вот. И впоследствии ВДВ просто-таки за совершенно короткое время боеспособность свою повысили значительно. Возможностью развертываться за, чтобы не соврать, 28 минут. Вот, там что-то просто невероятное оперативность была. Весит она 8 тонн брони, алюминиевый сплав. Башня унифицирована, вспомните, МВ. И вооружение тоже. Ураган, по-моему, да, еще интересный факт. Если вы помните, Мистер Финесса и его там Ситроэн постоянно Ситроэн ДС машина. Это очень красивый. Так, очень красивый. Так вот, просто к чему упоминаю, у нее гидропневматическая подвеска. У Ситроена гидропневматическая подвеска. И все, что смешно, у машины легковой, у нее совершенно одинаковые параметры, от 8 до 40 сантиметров. Вот так совпало. То есть в этом смысле она не подборит. Совпало ли? Не, ну, совпадение, простое совпадение. Зажигал, как грубо говоря, да? Ну, и слева, то есть бойница. Ну, это звуковой сигнал. Звуковой сигнал, да, конечно. Значит, дальше у нас с вами Студебеккер DS6. О нем я, конечно, говорю подробно, когда начинается экскурсия отсюда. Какая сила есть. Вот. Но, тем не менее, я постараюсь его отдать ему очередной раз дань уважения. Ну, значит, напомню,